Добро пожаловать на канал Hardware Z Info. Сейчас я вам покажу, как на устройстве ZTE Blade V10 Vita изменить дату и время. Итак, вначале мы открываем приложение «Настройки», затем спускаемся в самый низ и выбираем пункт «Система». После чего нажимаем «Дата и время» и отключаем дату и время сети. После чего выбираем дату, выбираем год и выбираем тот год, который нам нужен, например, 16. Нажимаем ОК. Да, то есть дата 20 января, месяц так меняется, дата так, короче, понятно. Затем меняем время на то, которое нам нужно, например, 1:30 пусть будет. Нажимаем ОК. Вот и все, время изменено, дата, как вы можете заметить, тоже пятница 12 февраля. Ну а на этом все, спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!